друзья, с вами Андрей Чайкин, и я в походе, опять в одиночном. Все еще март, правда, уже теперь конец марта, по сравнению с тем, что было 2 недели назад, когда я ходил в предыдущий поход. Все здорово изменилось, была сильная оттепель, снег осел, но его все равно не меньше метра. Вот. Но зато теперь такой плотный наст, что я иду на снегоступах и не проваливаюсь вообще. То есть там даже следы такие едва-едва видные остаются от снегоступов. Так что, в принципе, такое достаточно удобное время наступает. Хотя все еще зима. Сегодня 20 марта. Вот, и я иду в такой, как говорится, поход-разминку. Вот, все-таки 2 недели не был. Надо обязательно сходить. Иду на старую стоянку, на ту, на которой стоял на той неделе. О, народ, лежу, коварный снег, кусты под снегом, не видно, стал слезать, думаю, горушка, а это куст, оказывается, засыпанный, вот завалился. Ну, я, ребят, вам скажу, что я отделался легким испугом, упав вот в эту яму. Тут можно очень-очень-очень конкретно было лететь. Вот это вот все. Я вот там вот перелез. Ух, ладно, прошел уже. У меня на той стоянке сушилка есть. Там она такая была полужилая, упала. Высохшая, в смысле, там высохшая сушина есть, завалившаяся. Я ее начал пилить в том походе, но совсем немножко только попилить успел. Так что там с дровами все в порядке. Хожу. Тут короед съел часть леса. Вот елки уже попадали, большая часть. Еще несколько стоит. Вот такой завал. Конечно, его было бы завалить просто напрямую. Я сунулся было, но нет, там совсем, совсем печально. Снег уже осел. И сверху не пролезешь. Сегодня я без санок на легках. Так. А при этом я иду по старой тропке, которую пробил санками. Она видна.
лоси ходят. Рядом такой след от лося мощный. Моя камера фундаментально глючит, основная, да? Вот. Она перестала распознавать навесной микрофон, вот этот остронаправленный пушку. Так что теперь я пишу только на родной микрофон, который на самой камере. Так что извините, ежели что, потому что он все звуки сразу лупит вокруг. Там вот у меня место, а вот моя уже попиленная частично сушинка. Она такая лежала, я полтора метра где-то, ну, здесь вот отпилил сыротенье, остальное все сухое. Все, становлюсь на лагерь.
Ну что, друзья, я затопился, разложился, установился, но у меня проблема. Я забыл фонарь дома. В смысле, основной такой фонарь, люстру. Люстру, которая у меня основной свет делает в палатке, я оставил дома. У меня только такой ходовой фонарь есть. Так что снимать буду, наверное, по минималу, потому что просто ничего не видно. Не пробивает этот фонарик. Света мало. Не знаю, как его, может, зацеплю как-нибудь. В общем, печаль. Вот так вот. Ладно, сейчас буду ужинать. Я сегодня довольно поздно выехал, потому что у меня дела были, все такое, поэтому я в середине дня только поехал в лес. Вот, и ну, пока дошел, пока поставился. В общем, уже смеркалось, да, но и сейчас, в принципе, такие густые сумерки, в палатке уже темно. Вот, вот так вот, проблема у меня, как я ее, как оставил, вообще просто уму непостижимо. Ладно, сейчас буду что-нибудь придумывать. Вкусняху придется отложить на завтра. Ничего не видно. Плохо. Точнее, плохо видно. Такое. Совсем света мало. Растопил воду для каши. Сам перед этим накидался бутеров с салом. Есть не хочу. Что-то мне так лениво. Я уже не хочу никакую кашу готовить. Я сейчас, наверное, просто чай заварю из этого вот, из этой воды. Потому что я, если честно, я так конкретно наелся. А вот чай я бы еще попил. Я уже, наверное, минут 40. Если не сейчас, просто лежал в темноте и смотрел, как играет свет на печке. Что-то так классно.